хорошо. Готовы накормить полпланеты. Делегаты регионального отделения Российского союза сельской молодежи съехались на конференцию в Аграрный университет. Помимо текущих оргвопросов, будущие сельхозпроизводители обсудили глобальные задачи отрасли. Одна из самых амбициозных – вернуть утраченной России после революции статус продовольственной сверхдержавы. Сельское хозяйство – один из самых динамично развивающихся сегментов экономики, уверен высокопоставленный гость конференции Андрей Барышев. Ваша работа сегодня строится на очень благодатной почве. Аграрный весь наш комплекс сегодня имеет огромнейший потенциал. И, в общем-то, это, скажем, одно из стратегических направлений развития страны в целом. Это, значит, та отрасль, которая будет пополнять, наверное, скоро там, так сказать, львиную долю бюджета. Серьезный вклад в эту задачу наверняка внесет Челябинское отделение Российского союза сельской молодежи, которое уже сегодня на очень хорошем счету. Наш союз, вот сегодня, наверное, отделение наше региональное работает наиболее эффективно. Это видно, об этом говорят и на федеральном уровне. Много инициатив, я знаю, что и обращения были к президенту, и в Народный фронт от вас. Нужен более смелый и решительный подход ко многим вопросам. А, в общем-то, вот такие вот как раз вещи, они у нас рождаются как раз в молодежной среде. Поэтому я хотел бы, чтобы наша работа была эффективной, чтобы мы достигали реальных результатов в проведении вот наших законопроектов и так далее. И я готов быть вашим проводником, проводником ваших идей вот как раз в этом направлении. Депутат Госдумы и лидер областного общественного движения «Соцгород» Андрей Барышев в Агроуниверситете бывает часто. 7 лучших студентов вуза этой зимой получили от народного избранника персональные премии. А теперь подписывается официальное соглашение о сотрудничестве с местным союзом сельской молодежи. Челябинское региональное отделение союза очень плотно взаимодействует с общественным движением «Соцгород». Мы реализуем совместные проекты. Вот в частности, в 2017 году был реализован проект «Школа социального проектирования на сельских территориях». И по итогам проекта «Соцгород» выдал гранты для молодых ребят с разных районов области на развитие вот собственной идеи, собственного социального проекта. Поэтому мы очень благодарны «Соцгороду» за поддержку и за постоянное сотрудничество. Которые теперь выйдут на новый уровень. Юлия Алексеева, Виталий Доронин, СТС Челябинск.